всі, хто зібрались. Я дякую організаторам цієї події, президенту фестивалю Ваді Літовченко, Олександру Єрьоменку, до речі, який тут вже є присутній, Володимиру Пестрікову, Тетяні Цимбору за чудову нагоду зустріти наших творчих дітей саме на Миколаївщині. Я вважаю, що найталановиті діти знаходяться в Миколаївщині, але дякую організаторам, що вони все ж таки зробили таким чином, що поєднали всіх дітей з України, і вони зустрілися сьогодні у нас. Я бажаю використати дітям цей досвід у своїй майбутній роботі, у своїй майбутній професії, в своїх майбутніх таких навчаннях, в своєму житті. І хочу, щоб ви, діти, зрозуміли, що талант – це той труд, на яким потрібно працювати кожен день. Талант – це не просто так, знаєте, кажуть, талант від Бога. Так, дійсно, це вірно. Але будь-яка людина, яка народилася, вона має душу, вона має серце, вона є особистість. І в кожній людині є свій талант. І якщо людина сьогодні не може співати, то це не означає, що через певний час вона не зможе співати. Якщо людина щось не вміє, якщо людина захоче, вона це зробить. Але треба вкладати в це свою роботу, свою душу і своє серце. І пам'ятати, завжди залишатися людиною. Я вас вітаю з цим святом. Хай ці крила, які сьогодні у вас є, вас по всьому вашому життю не дадуть можливості, щоб ви впали. Дякую вашим батькам, які долучилися до виховання, до розкриття вас, вашого таланту. Дякую всім вашим родичам, всім тим волонтерам, бо тим людям, які допомагають вам в ваших поїздках. Дякую взагалі кожній людині, яка розкриває сьогодні і надає можливість нашій молоді все ж таки отримати прості речі від свого вільного життя, від нашої України. І разом, діти, коли ви вже підростете, а сьогодні, я вважаю, ви теж, разом з вами ми будуємо українську соборну самостійну державу. Я вас вітаю. Ми проходимо кипінцал. Іван Миколаїв. А ми ні.
le plaisir, c'est si bon de souffrir, c'est qu'on peut chanter là. C'est le rien qui fait mal, c'est le rien quand tu l'aimes, tout à fait banal. Дитячої творчості. Добрий літній вечір всім любителям кінотеатрального іскусства і іскусства в цілому. А також добрий вечір старим і новим друзям 3-го міжнародного фестивалю Академії дитячої кінотеатральної творчості «Золотий ключик». Добрий вечір, дами і господа. Доброго вечора, пані та панове. Добрий вечір, драгі другарі з Болгарії. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, актеры! Здравствуйте, самые лучшие на свете наши дети! Спасибо, родители, за то, что сумели вложить в них сердце и душу. Спасибо воспитателям, тем наставникам, которые раскрывают таланты наших детей. Я желаю успеха и процветания фестивалю и классных работ! Наш натхненник, людина, яка зробила для цього фестивалю дуже багато, це генеральний директор, це продюсер міжнародного кінофестивалю «Золотий ключик» Олександр Олегович Махотин. Талантливі всі діти. І ми постараємося розкрити кожного ребенка, який попадет к нам. Ми предлагаємо наш проект для всіх дітей. Нас очень хорошо здесь приняли, нас поддержал губернатор, нас поддержал мэр, нас поддержали много других людей, которые сидят здесь в зале. Это очень добрые, отзывчивые люди, они бескорыстно это делали, чтобы проект утвердился, чтобы он начал двигаться здесь в хорошем, здоровом таком ритме. Спасибо всем, спасибо детям, спасибо родителям, которые приехали с разных уголков Украины тремя поездами, тремя автобусами, чтобы попасть на наш ключик. Разом. Фестиваль відкрит! Іван Золотой Ключик! Дами і господа, ladies and gentlemen, ми вас щиро вітаємо тут, на цій землі, на цьому морі, на самому синьому, на чорному морі, тут, на нашому фестивалі «Золотий ключик». Я хочу сказати, що у нас група професіональних діятелів кінотеатру і телевізії, і ми хочемо тратити своє час, свої сили на те, щоб дітям передати от то, що наработано у нас, передати опыт, навчити чому-то і дати таку дорогу, участвувати в розвитті, творчому розвитті наших українських дітей. Почало созрівати от такий от інтересний, на мій взгляд, проєкт по кіно, направлення театру і телевізії. Це одно таке творчеське поле, де діти можуть вибирати, по какому направлению им идти. И вот он уже 3-й год развивается. Конечно, это непросто, но интересно. Как кастинги у вас проходят? Как эти детки к вам попадают на глаза? Мы когда в Киеве делали фестиваль, мы приглашали детей. Сначала мы просто ознакомили с киностудией, что такое кино, что такое театр. Завели за кулисы, показали им костюмерные, бутафорные, и на телевидении, на Первый канал отвели на экскурсии, такое было ознакомительное, на какие направления, на киностудию Фронт Синема повели, они увидели, как снимается кино, и тогда уже второй этап был у нас в августе, подготовили 4 сценария,
сделали кастинг, объявили кастинг, пришли дети, которые участвовали в фестивале. И под каждый фильм режиссеры выбрали деток. И сняли 4 фильма, а те дети, которые не попали в кино, они попали в театр, театр «Браво», там Люба Титаренко отобрала детей. Они вообще как бы с улицы, как, они не то что там, кто захотел. И оказалось, что они вот по ходу фестиваля раскрывались, и на кастинге были одни дети, а в конце это уже были совсем другие, интересные, с живыми такими талантливыми глазами, с перспективой. И как-то это все сложилось. Фильмы мы сделали, смонтировали, сделали премьеру в Доме кино, вот, спектакль премьеру сделали в театре. А теперь уже подходит этап такой, хочется в регионах увидеть, как вот дети как к этому относятся, чтобы направление, допустим, телевидения мы еще не трогали. Это первый раз вот начали уже. Вчера Татьяна Васильевна Цимбал провела телевизионный конкурс. Но это был как не конкурс, это было знакомство с детьми. А я проводник. Я мостик между событиями. И как вы знаете, ведущий новый. Правильно? Еще раз. Ведущий Орла и Решка. Как работает новостной телевизор? Как у нас села как бы Машенька. Вот Машенька садится в кадр, смотрит на камеру, и на камере лежит такая вот бегущая строка, суфлер она называется. И вот Машенька сидит и читает суфлер в камеру, как бы общается со зрителем. В реалити-шоу никакого суфлера, даже сценария нету. И телевизионное направление вместе с вами, если вы как мастер опытный. Приглашайте, приглашайте. Да, можно будет начать. Программа у нас есть, я вам ее ознакомлю с ней. И сделать школьное телевидение. Начать со школьного, выбрать школу, какая захочет. Активных детей, которые... Кто-то захочет быть оператором, кто-то монтажером, кто-то телеведущим, кто-то тележурналистом. И создать такую школу с вашей помощью. И попробовать уже начинать эти передачи о том, что происходит в жизни детей. Это у нас дружба, миролюбие, такие вечные ценности. Мы не будем трогать какие-то политические аспекты. Мы будем, слава Богу. Да, будем радостные темы. Да. Какие у детей, там, блогеров каких-то пригласим, чтобы они рассказали о своих, там, для чего они, как, что делают. Какую-то школу вот такую можно организовать, телевизионную. Как правильно говорить. Все это очень-очень важно. Но еще, вы можете стать актерами, можете не стать актерами, театристы. Вы можете быть режиссерами или вы не будете режиссерами. Можно поставить на паузу. Но у нас уже такая версия была. Это будет абсолютно правильно. И бабушка будет довольна, и посуда будет помыта, и ничего мы не потеряем. Да, в общем, все три стороны будут довольны. Мальчики не должны бежать делать любви или толкать. А за косичку можно делать это? Да. «Детки и предки» мы уже снимаем практически 3 года. Нам поступило предложение заняться короткометражными фильмами. Мне это было очень интересно. Попробую что-то новое. Окунулись очень глубоко, очень серьезно. Понравилось. И вот теперь это как наркотик, не можем от этого отказаться. Я
бежала, перил не касаясь. Я бежала за ним до ворот, задыхаясь. Я крикнула: «Шутка! Все, что было, уйдешь, я умру». Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: «Не стой на ветру». Цього року віковий склад учасників дуже-дуже маленький. Тобто це, можна сказати, навіть як кіноакторський такий дитячий садочок. Але дійсно рівень професіоналів наших майстрів і наших зіркових тренерів наскільки високий клас, що вони знають, як дитинці донести ту чи іншу інформацію. Мені приємно спостерігати, як діти слухають все залюбки, як, наскільки вони всі вражені, наскільки їм цікаво. І навіть цікава мама, бо мама також присутні з дітьми, і, звичайно, мама також збагачує десь свої знання. У нас дальше будет развитие. Я надеюсь, что с Божьей помощью мы здесь сделаем хорошую пилотную площадку для нашего ключика. У нас есть планы, которые и в Болгарии вот приехал руководитель детской киношколы. Она хочет посмотреть, и мы потом поедем в Болгарию, подготовим там возможность, чтобы ключик выехал туда. И там провели «Дети за мир и дружбу». У нас же такой вот девиз, и мы стараемся, чтобы дети дружили между собой, всех национальностей, всех культур. Вот у нас будет концерт дружбы на закрытии. Национальные культуры, проживающие в Николаевщине, покажут свои лучшие номера. И я думаю, что они подтянутся в наши все проекты. Что такое украинский ребенок? Что такое украинская детвора сейчас на этом этапе? Я могу только сказать о тех, которые к нам попадают по этому примеру. Я, допустим, общий срез не могу сделать детского поколения, а вот те дети, которые творческие, они очень интересные, они живые, они ищущие. И родители, очень много родителей, которые рядом, готовы, вот с Мариуполя приехали, они тяжело добирались этими чемоданами, этими детьми, но они хотят развития, творческого развития детей, и мы хотим помочь им в этом, чтобы они нашли себя, и, мне кажется, прекрасное поколение. Я вам скажу честно, я когда слушаю, да, чтецов или певцов, я особенно вот в детском варианте, я всегда смотрю в глаза. Потому что иногда бывает так, что ребенок заучил стихотворение, ему поставили интонацию, все. Ну так смотрит глазками и читает, и говорит, что-то вот такое рассказывает. Да даже очень профессионально, глазки в одну сторону, вот так вот не уперлись в одну точку. И сразу видно, что ребенок наученный, натасканный, говорится. А когда работает все тельце, когда работает организм весь, когда работают глаза, когда у них мимика, жестикуляция, это настолько артистично чувствуется, что в ребенке просто проснулся настоящий артист, и она способна перевоплощаться. Эта маленькая кроха способна перевоплощаться в того героя, которого она представляет. Креативність, бурша, автент! Наступна редакція дітей святого Апостолія!
Дорогие друзья, знаете, сегодня победит на конкурсе один, завтра другой. Это не повод для того, чтобы уныние, да, запускать свои души и сердца. Сегодня все получили дипломы. Вообще, это на редкость дружелюбный фестиваль. Здесь нет проигравших, здесь все выигравшие. Но есть отдельные люди, которые на сегодняшний день больше немножко понравились жюри, немножко больше себя проявили, немножко круче были, да? Я хочу объявить, кто сегодня победил абсолютно, так сказать, соревнование, кто стал обладателем Гран-при. Это Волонёк Полина. Полина Волонёк, пожалуйста! Город Мариуполь! Полина Волонёк, низко Мариуполь! Области! Постановлення і ключі! Отримує Полина! Ну що ж, офіційна церемонія передачі головного призу зараз відбувається тут, перед вашими очима. Будь ласка, ваші області! Хочемо переможця третього міжнародного фестивалю Академії кінотеатрального творчості «Золотий ключик-2017».